Всем доброе утро, дорогие друзья. У нас утро начинается, как вы видите, с уборки. Катя решила перебрать все игрушки вместе с Ваней. Сейчас буду не сидеть и перебирать игрушки. Если вам интересно, то подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Всем желаю хорошего дня и желаю всего самого лучшего. Всем привет, дорогие друзья! Чем хочу сейчас заняться? Хочу постряпать кексы на кефире. И сейчас будем делать тесто и стряпать. Стряпать будем много. Будем стряпать кексиков. Дети играют, кто чем занимается, кто рисует, кто играет. Нас уже потеряли. Что случилось? У нас проблема с интернетом. Поэтому пока видео нету. Как только возобновится, все нормально, мы выпустим видео. Поэтому вот так. Так, что мне на яйца занести? Ванилин, кефир, мука, разрыхлитель. Тесто. Сейчас сделаю тесто и будем выпекать кексы. Потом попозже, наверное, печку затоплю. Маша сегодня у меня уехала опять выступать куда-то. В первую школу, по-моему, что ли, они то ли выступать, то ли что-то такое, точно не знаю. Но вот она сегодня собралась, уехала. Так что вот такие. А Егор с утра сегодня ездил. У нас всегда по выходным приезжают соликамские врачи. И, ну, не всегда они приезжают. Не каждые выходные. Там, короче, оповещают. И сегодня у них была школьная комиссия именно у ихнего класса и еще у какого-то класса. Я не знаю, со всех школ. Сегодня именно только вот принимали таких ребят. И они сегодня вот ездили как раз туда. Комиссию проходили, врачей проходили, которые приезжают. Потому что у нас в городе врачей-то кроме детских педиатров и терапевтов, мне кажется, уже мало кого осталось. Все врачи поуехали.
Ладно, дорогие друзья, делаю тесто. Если интересно, рецепт я оставлю в описании. Снимать уже не буду, потому что многим не нравится, как я снимаю рецепты. Поэтому снимать не буду. Просто оставлю в описании, как я обычно делаю. Если кому понравится, то стряпайте. Ладно, делаю тесто. Да, Мариночка? Мама формочки разлаживает. Первую партию уже поставила кексов выпекаться. Раскладываю следующую. Мариночка, иди, играй. А, посмотреть хочешь? Ваня уже приходил посмотреть, пальцем попробовал тесто. Я раньше, знаете, в детстве любила, бабушка туда стряпала, всегда лезла к ней тесто есть. А мне, ну что ты, как голодная, лезешь тесто кушать? Ты что, не ела, что ли? Я говорю, да нет, вроде ела. Но я так любила тесто есть. Это вообще что-то с чем-то. Я тоже люблю. Но я и так люблю, но я не ем. Да, Мариночка, кексики будешь кушать? Угу. Потом когда-то ели кексики. Постряпаем кексиков. Да, мы недавно стряпали, да, Марина? Угу. Вкусные были? Да. Да. Только мы тогда на сметане делали, а сегодня я делаю на кефире. У меня потому что кефир остался. Сегодня я делаю кексики на кефире. Тут раз мы делали на сметанке. То кефир лежит без дела. Да, Ванечка, будет Ванечка кексики кушать? Пока первая партия выпекается, мы следующую формочку заполним. В тумбочке. В тумбочке? Что есть там? Посуда стоит. Формочки? Нет, там не надо формочки. Там есть. Не надо. Нам силиконовые больше нравятся, чем бумажные. Ладно. Первую партию испеку, покажу, что получилось. Вы напишите, что вы из выпечки больше любите. А потом на днях попробуем. Хочу баклажаны потушить по рецепту моей подписчицы и попробовать на зиму закрыть. Посмотрим, получится. Нет, если вы знаете рецепт баклажанов, то тоже скиньте мне в личку. Это будет очень классно. Ладно, ждем, когда испекется, будем следующие. И я хочу сегодня намыть перцев. Я опять купила перцы, и мне надо опять их нарезать и в морозилку сложить. Так что работаем, много работаем. Так, поставила последнюю партию выпекаться кексов и достаю из формы кекса. И сейчас замочила перцы болгарские, хочу их нарезать и убрать в морозилку. Вчера морковку перетерла, и сегодня еще перцы баклажаны мне надо сегодня сделать. А завтра я хочу это, ну или послезавтра посмотрим, заняться, как оно, скажите мне, я вам скажу. Забыла. Свеклой. Во. Свеклу надо сделать. И все. Ау. Что? Это не надо. Убирай, выкидывай это. Папе отдай, папа выкинет. Так, все. Ваня с Мариной на улице гуляют. Игрушки там перебирают они с папой. А Ваня одно, что домой несет, говорит, мама, это надо убрать, это мне надо. Я говорю, это надо выкинуть. Уличные игрушки все перебирают, что выкинуть, что оставить. Так, все. Вот такая вот у меня уже куча кексов получилась. Детки зайдут, будут кушать. Я сейчас займусь пока перцами. Надо их помыть хорошенько и начистить, нарезать, начистить. И баклажаны сейчас замочу, по-моему, тоже их. И замораживаю их. Потом где в суп добавить, где еще что. И вот так вот. Ой, упал. Упал.
по-моему, еще раз. Все, сейчас эту воду солью. И доску сразу я их перемыла уже. Все, сейчас будем нарезать с вами перцы и убирать в морозилку. И у меня тут два пакета баклажанов. Я сегодня хочу вечером баклажаны еще потушить. Что-то потушу, что-то заморожу. Многие говорят, что замороженные они потом невкусные. Нет, ребят, я много раз делала, но мне нравится-то. Кроме меня баклажаны, кроме меня и старшего сына Ильи. Никто не ест, поэтому баклажаны в основном ем только я. Ладно, режу перцы и убираю морозилку.